Инженерная служба связи и телевидения Видновской дирекции киносети предоставляет услуги по трансляции телевизионных каналов, в частности муниципального телеканала «Видное ТВ» на всей территории Ленинского городского округа. Помимо этого, работники осуществляют и техническое обслуживание телефонных канализаций. Техника идет вперед, вот поэтому приходится соответствовать всем техническим сейчас требованиям, повышать квалификации специалистов, вот, соответствовать всем современным требованиям, ну и предоставлять людям качественный сигнал телевизионный. Сейчас основной фокус развития предприятия направлен на увеличение количества транслируемых каналов и расширение абонентских сетей. В подразделении муниципальной организации работают более 25 человек. Многие из них трудятся здесь с основания. Большую часть жизни эти люди посвятили профессии. Работа, любимая работа. Я занимаюсь этим уже 40 лет. Да, с 84 года. В связи с профессиональным праздником генеральный директор Видновской дирекции киносети Павел Русаков вручил лучшим работникам подразделения почетные грамоты и благодарственные письма, отметив добросовестный труд и высокие профессиональные качества каждого сотрудника. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.